мы даже немножко вам завидуем. 世界各地的，我们现在可以看到的是中国的发展的，中华人民共和国主席习近平和俄罗斯总统普京。中国建有很高效的这个经济体系和国家体制。 Она намного более эффективна, чем во многих других странах мира. Это очевидный факт. 它的效率要高于世界很多国家，这是有目共睹的。 Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом. 一方面，中国有市场机制，另一方面呢，它和 稳定的政治制度相结合，и приносит свои видимые результаты. 并已经取得了非常明显的积极的成果. Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой. 我相信，在未来这些年内，在您的领导下。 Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами здесь встречались, вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской Народной Республики в России. 我们正好10年之前在此会见，我想这具有象征性意义。当时您是首一次。 За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. 在10年之内，我们的双边关系也迅速向前发展，迈出了很大的一步。 Более чем в 2 раза увеличился наш торговый оборот. 我们的双边贸易额翻了一番，甚至更多。 Был 80, по-моему, 7 с небольшим. Сейчас уже под 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей. 俄罗斯和中国有很多共同的任务要完成，共同的目标要达到。Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. 我也知道您本人和所有的中国领导人和朋友们都非常重视发展同俄的友好关系。Занимают справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем. 奉行公平正义的和平衡的立场，就大部分的国际迫切的问题上。Внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. 我们认真的研究了中方所提出的关于和平解决乌克兰问题的立场文件。Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. 当然，今天我们正好有这个机会讨论这些事物。Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права. 我们也了解到，中方一致主张这个要维持和推进公平正义和尊重国际法的基本准则。Неделимой безопасности для всех стран. 还有。 世界各国安全不分割原则。 Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. 对谈判进程一直敞开这个大门。 Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы. 所以说我们将来有机会详细的讨论这些问题。 К которым мы относимся, безусловно, с уважением. 我们对中方的 В целом, наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности. 总体上看,
那么俄罗斯和中国在国际平台上的密切协作是有助于我们巩固世界多极化和基本的一些基础性的国际法原则。Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. 我们在经济领域也有很多事务可谈。Но завтра мы сможем поговорить об этом с участием наших партнеров и коллег. 明天我们将有机会进行大范围的会谈，我们的伙伴们、朋友们、政府成员都参加，可以重点讨论务实合作。А сегодня я очень рад тому, что мы сочли возможным, мы нашли время.Приехать вечером, чтобы в неформальной обстановке, в дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам. 我非常高兴您今天晚上抽出时间来到这里和我会见。我们很高兴可以以非正式的这种朋友的友好的气氛中讨论一些事情，交流交流。Добро пожаловать. 再次热烈欢迎来到俄罗斯。尊敬的普京总统，我也称你为我亲爱的朋友。Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас как моим дорогим другом。我非常高兴啊，能够应你之约啊，再一次访问俄罗斯，并且是在我。连任国家主席之后的首访国家。Мне очень приятно по вашим приглашениям еще раз посетить Россию с государственным визитом. Тем более сразу после моего очередного переизбрания председателя КНР и в качестве первой страны зарубежного визита я именно выбрал Россию.你提到了十年之前，啊，就是我这个首任国家主席之后啊，选择的首选国，就是俄罗斯，啊，刚才你提及呢，我也是，记忆犹新，历历在目。Вы только что вспомнили, что ровно 10 лет тому назад.Когда я впервые стал председателем КНР, также так я сделал Россию как первую страну для моего первого зарубежного визита. Вы напомнили мне об этом, и по сей день эти картины хорошо сохраняются в моем сердце. 中方高度重视啊，中俄关系。这个呢是它有着。历史逻辑，因为我们是互为最大的邻国，那也是战略协作伙伴国，这样一个定位决定了呢，我们彼此之间啊，有着非常密切的关系。Китайская страна уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика. Поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического взаимодействия и сотрудничества. И именно этот статус определяет о том, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения. 无论是我在二十大连任中共中央总书记，还是呢前不久啊连任国家主席，总统先生都是在第一时间向我发来贺电，我再次表示感谢。Как сразу после успешного завершения 20-го съезда КПК, а также после недавней сессии китайского парламента, после моего успешного переизбрания как генсек КПК, а также председателя КНР, вы сразу направили мне
поздравить на телеграм. Еще раз я выражаю вам большую признательность. 我也知道呢，明年贵国呢将进行总统选举，在总统先生的坚强领导下，俄罗斯繁荣发展取得了长足的进步。我坚信啊，俄罗斯人民啊一定会啊继续予以总统先生。 Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашим сильным руководствам за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях. 确实我们两个国家呢有很多相同或者相似的这种共同奋斗目标。 Действительно, наши страны имеют многие одинаковые или схожие цели в нашем стремлении впереди. 我们都为了我们各自国家的发展繁荣 这个在做出努力。中国呢，我们提出了下一步要建设中国式现代化，贵国也有一些非常宏伟的发展目标。在这方面呢，我们可以通过合作、共同努力，来促进我们的这种目标的实现。 Обе наши страны в настоящее время прилагают огромные усилия к достижению нашей цели в деле развития и процветания. Например, мы поставили задачу в осуществлении модернизации в китайской модели. В России также поставлены грандиозные цели по развитию страны. Уверен, при нашем сотрудничестве и тесном взаимодействии мы обязательно вместе достигнем этих целей. 我非常感谢总统先生啊，历来啊对中国的这个发展建设，都给予了肯定、赞扬，非常的支持，这对我们也是一种激励鼓励。 Я еще вам очень признателен в том плане, что всегда, за все последние годы в отношении развития, строительства Китая, вы всегда положительным образом к нам относитесь. Вы всегда оказываете нас поддержку. И, конечно, мы это ощущаем. Мы вам благодарны. 我们愿意中俄之间的这种战略伙伴关系，一方面的话呢，维护 国际公平正义，一方面呢，促进我们的国家的共同发展。 В деле развития китайско-российского международного стратегического взаимодействия мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, в этом процессе добиться дальнейшего развития и процветания в наших странах. 感谢总统先生啊，这个盛情的邀请我今天来进行这种一对一的，我们说非正式的朋友之间的这种交谈，我非常愿意啊，和你就两国关系和我们共同关心的各方面的问题，深入的交换意见。
Я вам весьма признателен за ваши очень добрые инициативы, за то, что... 好，各位观众，我们刚刚看的就是习近平与普京两人在莫斯科举行的一对一非正式会晤。那预计在会晤之后，两人将共进晚餐。那有关于这一次非正式会晤的更多的详细内容、谈话的内容，我们会在稍后为您做跟进报道，敬请留意。是的，也感谢您搭乘今天的时事直通车，我是全全，我是张申阳，我们在香港祝愿全球和平、平安、喜乐。再会。